Вчера вы совсем соглашались, а сегодня вы все отрицаете. Ну, хорошо, хорошо. Давайте что-нибудь придумаем. Вы считаете, что нужно показать ее внутренний мир? Что-то личное, да? Да, конечно. Иначе она будет манекен. Допустим, мы покажем в картине ее любовь. Что? Да, любовь Никитина, это идея. Ученая должна любить, может любить. Хватит рассуждать, давайте попробуем. К примеру, скажем реплику. Я вас люблю. Давайте. Как так сразу? Ну, можно не сразу, вздохните. Давайте. Вера Георгиевна. Вы, по-моему, не совсем понимаете, что такое любовь. Татьяна Ивановна, да-да. Где у нас материалы о любви? Они здесь. Принесите сюда. Пожалуйста. Спасибо. Высочайшая поэзия, высочайший восторг, идеал изящного и идеал святого. Герцен. Да. Или вот. Да, половина, и притом прекраснейшая половина жизни скрыта от человека, не испытавшего любви. О, вот-вот, во взгляде уже. Что-то есть. Давайте закрепим этот взгляд. Смотрите на меня и объясняйтесь мне в любви. Внимание. Приготовились? Начали. Я не могу, Аркадий Михайлович. К сожалению, это для меня очень трудно. Ну, тогда попробуйте выразить свои чувства без слов. Движением, жестами, взглядом. Наше время кончилось. Здесь начинается другая съемка. Можно посмотреть? Посмотрите. Вам это будет очень полезно. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви, какое томное волнение в моей душе. Моей крови. Пойдемте поближе. И в сердце дума зарони. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась, открылись очи, она сказала, это он. Я все время думаю о том, что вы мне говорили.
Знаете, Вера Георгиевна, очень немногие молодые артисты решились бы со мной говорить так смело и прямо, как вы. Я благодарен вам за это. Ну что вы, я просто хотела заступиться за женщину, на которую я так похожа. До свидания. До свидания. На сегодня хватит, и так до завтра. А что там? А там еще одна съемка. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Кстати, поносите это платье, вам будет полезно в нем походить. Пойдемте. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как тени чистой красоты. Интересно. Вы находите? А вот Никитина считает, что это ерунда. Чепуха, вздор. Побасенки. Аркадий Михайлович, вот этот Гоголь считает, что мир задремал бы от таких побасенок. Совершенно верно. А по-моему, мир задремал бы от таких побасенок. А как вы считаете? Ну как вы думаете? Что такое? В чем состояние? Аркадий Михайлович, мы оба пробуемся на роль Гоголя. Да. У нас вышел спор. Так может, вы нам поможете? Ну давайте сюда. Простите, Вера Георгиевна. Побасенки! А вон протекли века. Города и народы исчезли с лица земли. Как дым унеслось все, что было. А побасенки живут и повторяются поныне. Побасенки. Но мир задремал бы без таких побасенок. Обмелела бы жизнь. Плесенью и тиной покрылись бы души.
побасенки. Вот, по-моему, так? Конечно, так. Пожалуй, действительно так. Я был прав. Спасибо, Аркадий Михайлович. Спасибо, Аркадий. Вот видите, только в киностудии можно увидеть сразу двух гоголей. Да и то не настоящих. Ну, мне пора. До свидания. До свидания. Леночка, проводите Веру. Что, никогда не видели Луны? Конечно, видела. Но я никогда не обращала на нее внимания. Я думаю о том, что испортили мне весь день и весь образ Никитины. Но я все-таки права. Вы правы вообще, но что касается самой Никитины, ее даже в своем институте называют сушеной акулой. Знаете, по-моему, это поверхностное суждение. Нет, это все-таки неспроста. Да что вы хотите? Она не признает искусство. Ведь вот вас сегодня едва вытащили со студии, а она даже не захотела со мной разговаривать о картине. Вот в этом она, пожалуй, не права. Но теперь я доберусь одна. До свидания. До свидания. До завтра. До завтра. Если бы Никитина все это могла видеть. А может быть, она сейчас тоже гуляет? Ну, знаете ли, если бы я ее в этот час увидел на улице, да еще под руку с мужчиной, я бы решил, что я сошел с ума. Этот час Ирина Петровна сидит за закрытыми шторами. Вы в этом так уверены? Ну, конечно, потому что... Нет, нет, Ирина Петровна, я провожу вас до вашего дома. Она. И под руку с мужчиной. Не может быть. Вера Георгиевна, куда вы? Две.
Одна? Ни одной.